метра. Настоящий бельгийский спек. 5 евро стоит. Вот какой мексиканский ресторанчик. Все открывается, сейчас 10 часов утра. Тут такой сувенирный магазинчик. Рыцарь, доспехи какие. Все это в центре, все это очень близко. Такой небольшой пешеходный центр. Смотрите, в мексиканском ресторане как оформлено все. На улице тепло, хорошо, где-то 21 градус. Бирбутик. Кегистон бирбутик. Алмал бирхлаза. Пиво. Магазин пива. Различные стаканы пивные и пиво. Мужа у меня, хотя он и любит пиво, но привлек вот этот мопед Амстел старый. Казино. А полкахук. Казино. Мах. Не. Махнет. Ну, хер кайк. Алисия, кайк из? Попхамакт. Фон Волган стоф. Этот мексиканский ресторанчик. Кайк из стула. Oh, I am here. What is that all about? Магазинчик какой интересный. Шарфы по 2x8. Ой, как здесь пахнет. Какие-то свечи, наверное, здесь. Мои убежали. Ароматические свечи, наверное, здесь горят. Всякие мягкие игрушечки.
различные ручки. Велка jij leuk vindt. Daar kijk boven staat nog. Maar nu ook leuk om te zien. Kijk eens hier, verschillende leuke sjaals. Oh, we kunnen hier een pet voor jou kopen, Tom. Oh, exclusief. Ik wil daar niet een kamer zitten. Ja, ik wel. Kabelroddelbaan, kijk eens. Zullen we daar gaan, die kant? Kunnen jullie me niet Святой Николай и Черный Пит. Алисия, а смотри, какие конфетки. Смотри, стеклянные конфетки. Какие красивые шары. Смотри, обалдеть. Вау. А вон, как эти называются? Элфон. Эльфы. А вон коробочки, смотри, какие красивые. Австрийские часы
с кукушкой, которые бьют. С боем. А это уже нидерландские. Делфт Блау. Нидерландские сувениры. Такая у нас комната. У Алисии такой громадный диван. Часики у нас такой торшер. Столик. Пуфы. Здесь уже наши вещи стоят. Это входная дверь. Телевизор. Зеркальце такое. И у нас вот такая вот кровать. Такие подушечки. На подушечке были конфетки. Папа уже свою съел. Драем. Такая лампа у нас. И у нас большая ванная комната. Есть такое окошко. И вот такая большущая ванная комната. Здесь сразу туалетик. Здесь такой. Сок, ну воду себе убери, кружку. Такой у нас завтрак. Хлебушки, кофе, отварное яйцо и в кружках такие. И джин-оранж, апельсиновый сок. Приятного аппетита!